художник. 50 слишком лет тому назад я был на фронте. Осколками мины мне оторвало левую руку. И вот уже все эти годы я живу и работаю с одной рукой. За эти 50 лет мне пришлось столкнуться с различными трудностями, которые испытывает человек, когда у него нет второй руки. Мне пришлось столкнуться с определенными трудностями, которые нужно было каким-то образом преодолевать. Эти трудности возникли по ходу работы, в жизни, при каких-то жизненных просто простых вещах, при умывании, при одевании, при том, что нужно мужчине забить гвоздь, распилить доску. И постепенно, значит, жизнь подсказала целый ряд каких-то простых приемов, которые облегчили мне жизнь и дали возможность считать себя полноценным человеком, то есть доказали то, что я могу все работать и делать не хуже других. Ну вот вы видели, что я сломал карандаш, это бывает часто. Сейчас я покажу, что нужно делать, если карандаш сломался, а у человека нет другой руки. Нужно иметь нож, хорошо заточенный. Открыть его. И вот так, предположим, отточить карандаш ножом. Вот мы берем, да? Получится у нас что-нибудь? Получится у нас что-нибудь? Нет, не получится. Надо фиксировать. Я до меня как-то дошло, что есть простой прием. Надо фиксировать нож и об нож точить карандаш. Вот я втыкаю нож в стол и затачиваю карандаш. Видите, как-то легко и просто. Вторая рука у человека играет роль держателя, а основную работу делает другая рука. Это в множестве операций. Вот у нас карандаш прекрасно заточенный. Я могу продолжать свой рисунок. Если я сломаю снова, то ничего меня не остановит. Я знаю, что за одну минуту, если может быть даже и меньше, я буду иметь снова заточенный карандаш. По тому же принципу, например, я могу продемонстрировать, как чистится картошка. Прием, как я показал при заточке карандаша, он принципиально не отличается ничем при обработке картошки, когда вам нужно почистить картошку к обеду. Значит, что я делаю? Я беру дощечку для чистки овощей. Ставлю ее. Так, и потом укрепляю нож. После этого беру картошку и начинаю ее чистить.
Но, как видите, картошка нормально чистится и очень быстро. И очистки очень тонкие. Получается при таком способе. Очень тоненькие очисточки. Вот. Значит, при мытье возникают определенные трудности, как помыть тыльную сторону руки. Понятно, что вот эта сторона руки моется без проблем. Берется мыло, намыливается так, как полагается. Мыло ставится на место, смывается рука, смывается вода. А как помыть здесь-то? Здесь вода льется. И она не моется, рука, практически, да? Закрываем кран. Вот лет 40 тому назад я придумал такое изобретение. Штанга с отверстием, с барашком, которая держит щетку. На винт ставится сюда, одевается. Навинчивается барашек, крепится к крану. Вот таким образом. Открывается вода, которая идет на щетку. Намыливается щетка. И я спокойно мою руку с той стороны. Я достаю и дальше. Мою и так руку. Я достаю до сюда. То есть мне доступно все при помощи этого устройства. Помыв руку, сполоснув ее, сполоснув мыло, я выключаю, я снимаю это моющее устройство, вешаю на гвоздик и закрываю кран. Тот, кто интересуется, как сделано это устройство, ну, посмотрите, можно это заказать квалифицированному слесарю. Она состоит из двух деталей. Вот эта штанга основная с дырочкой, с отверстием, которое вставляется сюда. И барашек, который закрепляет это на кране. Тут второй барашек, который закрепляет лапки, держащую щетку. Но это нужно заказывать у слесаря. Это, наверное, достаточно дорого сейчас. Есть гораздо более простой способ, который, например, меня устраивает сейчас больше. Я этим почти не пользуюсь. На доску я наклеил губку. Доска устанавливается по раковине, чтобы она там держалась и не ерзала. Она у меня немножко ерзала, но ерзает, но ничего это. Сюда льется вода. Я делаю то же самое, мою вот так. Может быть, одна губка, у меня две, одна мягкая, другая жесткая, для более жесткой обработки руки. И здесь то же самое. Я могу тыльную часть мыть, как я хочу, не говоря уже об этом. Это доступно сделать каждому в домашних условиях. Это может сделать каждый сам себе. Не надо просить родителей, не надо просить знакомых. Надо иметь такую дощечку, надо иметь губку и посадить на клей-момент. И можно мыть руки. После этого немножко это выжимается и оставляется в сторону. Никогда не покупайте ремешки для часов, а приобретите пружинный браслет. Ремешок надо застегивать и расстегивать. Это невозможно. Это нужно просить кого-то из родных или знакомых. А с пружинным браслетом все дела простые. Вот я его одел. Часы одел. Вот я часы снял. Вот я часы одел снова.
Нет проблем. Секундные дела. Как себе постричь ногти? Казалось бы, проблема. А потом оказывается, что никакой проблемы. Берется простой напильник и шлифуется. Вот таким образом. Запускать длинные ногти не надо. Каждый пальчик обрабатывается очень аккуратно. Вот таким образом. И так далее. Есть другой способ, более сложный и который требует определенных навыков. Это простой и очень верный способ. Вообще каждый человек, у которого такая инвалидность, как у меня, то есть человек с одной рукой, должен иметь тиски. Тиски помогают жить во всех случаях жизни. Маленькие или побольше, но они нам заменяют очень много во всех случаях, во многих случаях они заменяют нам отсутствующую руку. Они укрепляются на столе или на верстаке, или на рабочем месте. И после этого они очень помогают нам во всем. Сейчас, минуточку. Получилось у меня, конечно, плохо. Видно, что я закручиваю, да? Значит, берется лезвие безопасной бритвы, вставляется в тиски, зажимается. И вот так аккуратно обрезаются ногти. Но этот способ требует внимания и навыков. При работе с деревом бывают мелкие бытовые травмы. То есть, ну, собственно, обыкновенная вульгарная заноза. Ну, там я что-то строгал, пилил или, предположим, и хоп, у меня появилась здесь, предположим, заноза. Как же ее вытащить? Она ушла довольно глубоко. Вроде бы ее невозможно вытащить. Оказывается, можно вытащить занозу с любого пальца, с любого места руки. Просто это делается очень просто. Берется иголочка, дезинфицируется, это одеколон, или спирт, или йод, что есть под рукой. Опускается сюда, дезинфицируется. После этого мы иголку ставим в тиски под удобным углом. Вот так. Когда иголка у нас настроена, если у нас заноза в этом месте, мы потихонечку начинаем это дело выковыривать. Если надо, то здесь. Если надо, то здесь. С любого места. С любого места. Там, где заноза, ее быть не должно. Там, для того, чтобы ранку нам изолировать от всяких дальнейших неприятностей, нам нужно заклеить ее лейкопластырем. Берем лейкопластырь, отрываем нужный нам кусок, вот столько, наверное, достаточно. Отрезаем ножницами. Кладем палец сюда, заматываем вот так и заматываем вот так. Все, мы справились с проблемой заноза. Поскольку мы иголку закрепили, теперь мы можем попробовать использовать ее по назначению.
нитку в иголку, протянули. Теперь подбираем кончики, чтобы они были на равном расстоянии. После этого нам нужно сделать узелок. Натягиваем. Обматываем вокруг пальца. И делаем узелок, как полагается. Можно шить. Тиски для вас будут помощником всю жизнь. Без них вы никуда, а с ней вы можете все. Все сложности преодолеваются при помощи тисков, потому что тиски нам заменяют отсутствующую руку. Они держат деталь, а обрабатывается все другой рукой. Ну, например, вам нужно распилить доску. Чтобы доска не болталась, ее можно закрепить в тисках. Ставим доску. Берем пилу. Мы можем пилить. Там же нам нужно. Ну, вот бывают иногда сложности, когда нужно заливать гвозди. Если гвоздик нужно укрепить, и мягкая порода, там сосна или елка, то он стоит, когда вот так немножко нажмешь, тогда можно дальше его забивать. Но не всегда гвоздик стоит. Если твердая порода, там береза, груша, яблоня, то гвоздь может и не встать. Он падает. Ну вот видите, этот встал. Этот падает. Что с ним делать? Тогда берется маленький кусочек пластилина, набирается, выбирается место, в которое нужно вбить гвоздь, прилепляется туда, на это место, пластилин. Гвоздик вставляется вот таким образом. И забивается так, как нам надо. Если же нам нужно завинтить шуруп, или подвинтить, или забить гвоздь тоже твердую породу, то тогда используется буравчик. Большой или маленький. Но принцип такой. Делается подготовительное отверстие. Вставляется гвоздь. Или шуруп забивается окончательно. Какие сложности могут возникнуть при черчении? Обычная линейка, значит, для того, чтобы провести ровную линию по линейке, так не провести. Она едет вниз. Это не годится. Значит, надо укрепить линейку. Лучше всего иметь специально заказанные металлические толстые линейки толщиной, ну, примерно в 3-4 мм. Хорошо, если они будут градуированы, на них будут нанесены сантиметровые отметки и так далее. Если нет, то можно чертить так, сверяясь с обычными стандартными линейками. Что делать, если нет такой специальной линейки или треугольника? Берется пресс тяжелый. И линейка закрепляется вот таким образом. Вы можете проводить любую линию. Линейка никуда не едет. Если нужно поставить под 90 градусов, пожалуйста, вот ей представляете треугольник. Закрепляете это дело вот так. Сверяете, правильно ли вы поставили, и делаете линию так. Но это не очень удобно. Самое лучшее, чтобы работать человеку с одной рукой на обычном кульмане. Там все закреплено, и это профессиональное черчение, которое может освоить.
скульптурой я занимался и моделированием детских игрушек. Вот эта кукла Карлсон, которая живет на крыше, вот у него пропеллер. Он должен вроде бы летать. Эта игрушка выпущенная уже на фабрике, а моя работа была спроектировать и сделать модель. То, что вы сейчас смотрите, установлено на окне, это серия солдатиков на тему «Ледовое побоище». Это металл, выпускался определенным заводом в Ленинграде и выпускался он около 10 лет, потом был снят производство. Для вот таких маленьких солдатиков делаются в четырехкратном увеличении. Вот таким образом. А потом они уже уменьшаются на фабрике для натурального размера для игры. Маленькие становятся при помощи копировального фрезерного станка. И потом уже это начинается выпуск производства. Вот тут такие татары. Это большая работа, здесь 24 персонажа, на эту работу у меня ушел год. Предложено было мной игра, это по известной сказке «Колобок». Вот Колобок, он от дедушки ушел, от бабушки ушел, от медведя ушел, и от лисы он там не ушел, лиса его съела. Так звучит сказка. У меня это должна была быть игра, расцвеченная, раскрашенная. Устанавливается на столе все персонажи, и вот этот колобочек, значит, дети пускают по очереди, и задача попасть от стола в дырку. Когда он попадает, он уже от дедушки ушел, он имеет право на следующий ход, он должен от бабушки уйти. Если случайно попадает в лесу, то он прогорел, и игра заканчивается не в его пользу, он проиграл. А это заводной цирковой слон, тоже игрушка, над которой будет работа скульптора. Потом вот обтягиваются материи, внутрь вставляется заводной механизм. И здесь вот такая система баланса. Получается, вот это ничем не держится, оно на балансе крутится, вот как бы слон-жонглер в цирке выступает. Ну вот маленькие дети это любили. Это продавалась игрушка в Ленинграде тоже. Делать игрушки интересно потому, что игрушка должна всегда быть немножко неожиданной и нести с собой какую-то забаву. Вот, например, Олег Попов. Это не просто фигурка, а он умеет стоять на двух ногах, он умеет стоять на правой ноге, он умеет стоять на левой ноге, и он умеет стоять на голове. А вот цирковой мишка, он может стоять на четырех точках. Он танцует в цирке, играет, и вот он делает так, извиняюсь, упал мишка, плохо сработал. Он стоит так. Это задумывается заранее игрушка, а потом, так сказать, она уже в ходе работы должна быть сбалансирована, чтобы потом уже дети играли без помех. И умею скачать на коня и скакать в 30-е царство за жар птицей. Такие веселые ребята, такая вот озорная хоккейная команда. Старая игрушка. Да, по-другому, но он немножко разваливается, демонстрировать я не буду. Вот, а здесь все это разваливается немножко. Есть мама-курочка, у нее крутится голова, она может повернуть так, наклонить может головку, а это папа-петушок. Лизинки ослабли, поэтому это все показывается не так, как надо. Вот он прямо так помирает. А вот здесь сын. А здесь сынок их. То сюда, по идее, должен быть груз прикреплен. И этот самый цыпленок, он должен быть Ванька встанет. Thank you.
В общем, что я хочу сказать. Главное иметь желание и волю. И тогда все будет в порядке. Можно добиться всего, чего вы хотите.